Сенгилее в парке молодежном завершился первый этап реконструкции. Уже положили брусчатку, установили качели и лавочки для комфортного пребывания местных жителей. Кардинальные перемены начались с апреля этого года. Парк давно требовал преображения. Территория заросла чапыжником и травой. Лавочки пришли в негодность. Деревянный забор по периметру сгнил. Освещение отсутствовало. Невозможно даже было пройти. Но сейчас все изменилось до неузнаваемости. И буквально вот эта территория, сейчас мы видим, как она превратилась очень хорошо. Это все сделано по желанию жителей. Жители бутырской стороны нашего города очень хотели, чтобы здесь было что-то так же благоустроено, как в парке «Тише гладь». Сразу после реконструкции в парк потянулись местные жители. Приходят целыми семьями, чтобы хорошо провести время на свежем воздухе. Но на этом трансформация парка не закончилась. В следующем году его планируется расширить. Жители уже проголосовали за данный проект. Обустройство парка «Молодежный» проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.